Снимаем фильм. Классно, что они так делают, что можно здесь. Если посмотреть двигатель, было классно. Да. Это было в тему вообще. Это мы там заходили. Это как они вымывают, чтобы когда люди прошли, чтобы было все чистенько. А ну ты знаешь, нет. Ты не думаешь? Нет, это оно вот так уже заведено. Все убрать чисто, чтобы было чисто. Чтобы ты не возвращался на аренду. Ну да. Это уже это заложено. Видишь, он вымывает и все вытирает. Точно как мы в сердце брали. Взяли, помыли. Сразу моется, потому что так вот это. Кухня, конечно, не маленькая. Beef stock, lobster stock. Look at the burgers, dude. Yeah. Если бы меню было вот такое. Конечно. That's just the other side. Is that the cookbook? Yeah, cookbook special recipe. From my grandma. The chef is waiting outside the Oh, look. Yeah. The cold coolers. Here's all the stuff they carve. And this is the same thing on the other side. The huge kitchen. Это кукбук, он так. Книжка бесплатная, но надо, чтобы расписались. Роспись стоит $28. Так,
And everywhere there's parking. There's storage everywhere. Well, those are like, I know, other things. Security, perfect. Well, I want a picture.